Якщо ви думаєте, що в цехах відкритого акціонерного товариства завод «Поліграфтехніка», що в місті Олександрії на Кіровоградщині, завжди панувала ось така атмосфера напруженої праці, ви помиляєтесь. Так, на фоні всезагального спаду виробництва підприємство не стояло жодного дня. Так, основна продукція, яку виробляють тут, завдяки роботі, пов'язаній з маркетингом, не втратила свого ринку збуту. Проте в житті трудового колективу був час, коли він опинився перед вибором. Піти по шляху найменшого опору і опинитися в стані підприємств, що стоять, або ж боротися за своє виживання. Воля до життя виявилася сильнішою. Тоді й виникла ідея підключитися до проєкту створення вітчизняної зернозбиральної машини, отакого красення комбайна «Лан», а саме впровадити в серійне виробництво ось таку жатку. Нині обсяг комбайнування на «Поліграфтехніці» складає 60% всієї товарної продукції. Така швидка переорієнтація на випуск потрібної державі сільськогосподарської техніки і є причиною ось цієї трудової напруги, що приємно вразила нашу творчу групу. Повірте, ми за останні півгода працюємо над тим, щоб увеличувати численность. Ми приймаємо людей робочих, але ми приймаємо обов'язково з испытательним строком. Ми, так сказать, фільтруємо этот численный состав, чтобы было и качество этих персонала соответствовало к тому уровню продукции, которую мы делаем, потому что качество это вопрос номер один. Сегодня это вопрос номер один. Ну и соответственно, чтобы эти люди были исполнителями и выполняли конкретно ту задачу, которую мы ставим. Поэтому мы сегодня имеем полноценную, одно, даже полторы смены, будем говорить. И сейчас задача, чтобы завод вышел в железном ритме работы в двух, а то и более сменном режиме, для того, чтобы мы могли увеличить. За прошлый год мы имеем темпы роста практически в два раза. Это при всем том, что в 96-м по сравнению с 97-м у нас не было падения. Значит, ну не было роста, будем откровенно, но мы сохранили, так сказать, ритм 100%. Сейчас мы сделали шаг почти в 2,4 раза. Хотя это не показатели, мы не хотим, так сказать, даже на это акцентировать. Сегодня главный показатель – это прибыль, это работа коллектива в стабильности, значит, и регулярно по месяцу иметь как объемы, так и реализацию, покупную способность, так, соответственно, и стабильности выплаты заработной платы за выпущенную продукцию. Это главный критерий любого акционерного общества, любого предприятия. Мы сегодня не имеем уже государственной собственности. Мы, в принципе, при всей сложности, что мы боялись, но мы быстро стали акционерами с полным, так сказать, стопроцентным выкупом. Это большая работа управления. Вот в том, что мы не растягивали на длительный период, значит, нашли инвесторов, нашли людей, которые понимают, что нужно укладывать в промышленность сегодня, найти людей, которые бы могли в отечественную промышленность и предприятия нашей украинской машиностроительной сферы, значит, вложить определенные деньги для того, чтобы потом потенциально с ними работать, значит, это сложно. Поэтому это, так сказать, идеологическая, как хотите, убедительная, моральная, политическая работа, которую провели мы, и я постарался таких людей найти, и они сегодня не жалеют. Хотя они сегодня пока ничего не имеют, и мы понимаем, что и сегодня, и завтра, наверное, они не могут иметь какой-то прибыли, но они должны понять, что есть стабильность, и есть предприятие, за которым завтрашний день. Мы у себя в какой-то степени сложно пережили там последние 94-95 год, но мы нашли себя в рынке другой продукции. Это мы сразу понимаем, что Украина есть, и мы должны об этом признать все, значит, хотя сегодня, так сказать, уже согласились, ранее не соглашались. Это страна с аграрным устроем, поэтому надо иметь рынок перерабатывающей продукции сельскохозяйственной, поэтому мы рассмотрели вопрос чисто машиностроительные уклоны, где нужно было для мелких и средних предприятий делать машиностроительную продукцию. Мы освоили и увидели такие станки, которые мы делаем. Мы сделали машины, которые перерабатывают муку, имеется в виду всевозможные машины, которые
макаронные машины и фасовочные машины по переработке масла, творога и других продуктов молочных, фасовочных мы делаем такие автоматы. Значит, ну и главный критерий, конечно, и самое главное то, что вы увидели. Значит, мы включились в программу, крупную считаю программу, государственную программу сегодня, значит, которая должна иметь, и я думаю, что там будет иметь престиж Кировоградской области, не только Александрии. Это вопрос, связанный с тем, чтобы изготавливать зерноуборочный комбайн. Сегодня это комбайн «Лан», который на протяжении прошлого и уже нынешнего года, значит, идет программа. Мы изготовили образцы, которые сегодня и вчера показали себя уже на поле с зерновыми культурами. Сегодня работают, значит, на кукурузе. Вот, и мы уже сегодня приступили, так сказать, к определенной серии этой продукции. Вы увидели уже в цехах, это жабки, это подборщики, это наклонные камеры, это изделия каркаса самого комбайна, которые уже сегодня идут серийно, и мы планируем в этом году вместе с концерном «Лан», значит, изготовить порядка 270 штук таких комбайнов, которые выйдут в поле, значит, и будут работать во всех регионах Украины. Переорієнтація на виробництво нових видів продукції, як правило, не проходить безболісно. І перше, на що слід розраховувати в цій складній справі, це на підтримку державою свого товаровиробника. Тим більше, що програма створення вітчизняної сільськогосподарської техніки, а саме зернозбирального комбайну «Лан», що вже пройшов успішну апробацію на ланах Кіровоградщини, має стати державною програмою. В трудовому колективі ВАТ «Завод «Поліграфтехніка»» вірять в успіх розпочатої справи. Недарма ж тут, в цеху номер 6, в механоскладальному цеху, де, власне, і народжується жатка, постійно працюють над вдосконаленням технологічного процесу. Тим більше, що в нинішньому році за планом слід випустити до 300 жаток до комбайна «Лан». А це не так легко, враховуючи, що зараз за місяць випускають їх лише 10-15. Віра в потрібність справи додає сил. А ви, певно, звернули увагу на те, який контингент працює в цеху. Здебільшого це молоді люди. Отже, складається враження. Молодий енергійний голова правління ВАТ «Завод «Поліграфтехніка»» підбирає собі таку ж молоду і енергійну команду. До того ж, з впровадженням у виробництво нових сільськогосподарських машин змінилася не тільки економічна ситуація на підприємстві, змінилася сама психологія робітника, а то вже чимало. Сам факт, сьогодні Лан вже себе, так сказати, зарекомендував в целом в идеологии во всей, значит, на него уже сегодня обращают внимание. Он рабочий. Он мае рынок сбуту? Ну, рынок сбуту он мае. Але, вы сами понимаете, нету сегодня, есть сегодня, точнее, покупатель, я неправильно так говорю, есть покупатель, у которого нет денег. Покупатель это кто? Это аграрник, это сельхозпроизводитель. Но, к сожалению, у него нет денег, вы сами понимаете, почему сегодня вошли в рынок Украины джондиры импортные, почему вошли кейсы, значит, почему классы вошли и другие виды сельхозпроизводителей. Но вы же знаете, что не все практически эти комбайны, они не покупались. Эти все комбайны работают по вкладу, по доле, по договору, собрав определенную культуру, они получают за эту свою долю. Эти комбайны принадлежат частным или другим структурам, но колхозам они не принадлежат, как правило. Поэтому хозяйство не имеет этой техники, потому что они не имеют возможности рассчитаться. Но сегодня комбайн «Лан» стоит 120 тысяч долларов, если перевести, или 260 тысяч гривен, а «Джон Дир» сегодня стоит 300 или 260 тысяч долларов, значит, это почти 500 тысяч гривен. Поэтому этот на два порядка, или на порядок дешевле.
И, соответственно, сегодня мы имеем государственное заключение, что данная техника прошла испытание, она соответствует. Да, ей нужно и сегодня еще совершенство. Да, сегодня еще не все машиностроительные предприятия, которые поставляют комплектацию, готовы к тому, чтобы этот комбайн работал в полном режиме и с теми серьезными нагрузками, которые мы на поле имеем на поле. Но это факт. Но сегодня этот комбайн есть, он работает. Поэтому... Тобто це конкурентно здатна машина? Да. Это действительно конкурентно здатна машина. И она уже себя доказала в поле. Он говорит о том, что она конкурентно здатна. Единственное, это сегодня, значит, так, чтобы, ну, знаете, вот психология нашего сегодня, любого производителя, и я могу сегодня сказать и прессе, что это психология даже политиков сегодня, да вообще любого человека, который сегодня привык, он должен это увидеть на поле, он должен почувствовать руками, он должен сесть в кабину, которая вот перед вами, этот комбайн, сесть и увидеть, что да, он собирает так и с такой производительностью. И только тогда поверит нам, что этот комбайн существует. Поэтому я выступаю в концерне «Ван» и говорю, и сейчас могу сказать, что нам могут мало верить или нам не совсем помогают только в том, что этих комбайнов должно быть завтра все больше и больше. Если они завтра будут их 100, а послезавтра будет 200, а еще будет их 500, и когда они с этой маркой «Лан» будут ездить по всей Украине, то поверьте, нам все начнут содействовать. Поэтому сегодня при этих 10, которые у нас вышли в поле, да, все с осторожностью. Все говорят, ну вот там сделали, как и все. Поэтому это действительно, так сказать, момент морально такой, психологический, и даже такой, который есть, но это надо сделать. Но до речи, вибачте, будь ласка, до речи, я хотела запитати, як змінилася психологія ваших робітників в зв'язку з впровадженням серійної серийного выпуска комбайна? Вопрос интересный. Действительно, это вопрос нужный только из-за того, что вот эта вся психология, когда люди делали отдельную продукцию, и когда мы говорим о комбайне, знаете, когда говорят о деталях, ну, еще, так сказать, нет. Но когда мы говорим о комбайне, и тогда говорят, мы сделаем комбайн. Поверьте, это не только рабочих. Я, поверьте, говорю, это уровень руководителя, который имеет определенную опыт. Все воспринимали это очень осторожно. А некоторые даже, так сказать, скептически, да, это все, так сказать, утопия, ну кто это, такую технику? Ситуация поменялась? Очень поменялась. Все сегодня уже понимают, что они могут. Они делают сегодня с каждым изготовлением, вот вы видели жатку. Это відчувалось. Да. С каждой жаткой, с каждой десятой жаткой. А уже сегодня делаем в месяц 10, 15. И с каждой партией эти люди понимают, что это нормально. Я вам, поверьте, хочу сказать, что я верю в том, что через год эти будут смеяться, и никто не поверит, что он сомневался в том, что год назад он к этому подходил. Они сегодня полностью уверенностью готовы делать любую и даже сложнее технику. Мы сегодня можем делать любую модель той или иной жатки, которая сегодня идет на джадир, на класс. Я вам хочу сказать, что другое. Вот мы делали эти изделия, и когда в Кировоградской области мы узнали, что есть 7 комбайнов, которые имеют классовские, джандировские, джандира американские, значит, и они попали в область без зерновых жаток и простояли год. Мы быстро не сориентировались. Мы поехали и на несколько комбайнов сделали быстренько аналог джандировской жатки. И поверьте, я говорю, мы сделали, сработали. Эти жатки прошли полностью уборочную страду от зерновых до подсолнуха, значит, и сработали довольно нормально. Мы на нем даже заработали, значит, мы получили этим самым зерном и даже рассчитались по определенным своим долгам, которые у нас были там по некоторым банкам. Поэтому люди зацікавлені. Да. Відповідальність підвищена. Да, люди, ну это, во-первых, загрузка. А во-вторых, все мы понимаем, что мы делаем для себя. Это отечественная техника. Это в какой-то степени все-таки придает какую-то уверенность и какую-то, хоть мы уже забыли, так сказать, эти слова, гордость за свою страну, значит, и за свою Украину. Но это действительно есть. И с каждой, я говорю, с каждым месяцем, значит, с каждым днем мы уверены в том, что данная техника может и есть уже сегодня надежным конкурентом, значит, западным фирмам.
Единственное, что обидно, что вот это все пока очень слабо поддерживается, значит, сегодня правительством в том плане, что пока есть сомнения многих структур, некоторых и министров, руководителей о том, что в такой провинциальности, в Кировоградской области могут справиться с данной техникой. Вот это единственное обидно. И поэтому вот я и говорю, что наша задача доказать и заготовить несколько, сотню, две комбайнов. Но вы понимаете, что такие деньги сегодня, к сожалению, не кредитует банк. Вот, и если без поддержки правительства, и я надеюсь, и, конечно, в первую очередь и в области, и сегодня я знаю, что отношение очень положительное Михаила Филипповича к вопросам, связанным с данной техникой, не только с комбайном, а с другой техникой, значит, потому что все-таки Кировоградская область аграрная, значит, с его помощью, значит, мы можем реально решить вопросы, связанные с тем, чтобы данная техника зарекомендовала себя. Тем более, что для Кировоградской области это и экономический выход всех машиностроительных предприятий, машиностроительного комплекса с этой экономической проблемой, которая сегодня существует для нас. Погодьтеся, така переконливість, така зацікавленість Миколи Миколайовича Лавренка не може не передаватися його команді. У голови правління ВАТ завод «Поліграфтехніка» багато однодумців, які так само ревностно вболівають за справу. Саме завдяки їх творчому пошуку та старанності на підприємстві створюється трудовий колектив, якому по плечу виконання поставлених завдань. Майже щодня бригади поповнюються молодими робітниками, але кожного приймають на роботу з іспитовим строком. Таким чином на виробництві залишаються лише ті, то усвідомлює всю вагу відповідальності за спільну справу. І ще одне, що привернуло увагу нашої творчої групи. Річ в тому, що робочі місця конструкторів та технологів розташовані прямо в цехах, де свіжі розробки одразу втілюються в металевих конструкціях. Про зручність, звичайно, не доводиться говорити, але це значно скорочує час від конструкторської розробки до втілення зразки. Нам нужно делать для своей страны ту продукцию, которая сегодня нужна. И мы должны сделать все для того, чтобы мы сегодня сделали так, чтобы к нам меньше завозили, а больше у нас покупали. И все мы должны понять, если мы этого не сделаем, то мы все дальше приведем к тому, и я боюсь за самое страшное, как директор, который уже проработал чуть больше десятка лет, вот, и пережил определенные этапы экономики, значит, переломы. Самое страшное для меня, не сколько, сколько мы освоим, самое страшное в том, что отток производственных специалистов, людей, квалифицированных кадров, который прошел несколько лет назад, а притока нету, значит, учиться и участвовать в сфере производства, непосредственно производственной деятельности, стоит все меньше и меньше. Все хотят продавать, но меньше кто производить, потому что это сложнее. Вот, я понимаю, хорошо продать и выгодно, это тоже профессия непростая. Но производить качественно и надежно, и квалифицированно, это очень сложно. Для этого нужно тоже годы и надо учить. И, к сожалению, вот этой сферы у нас сегодня все меньше и меньше. Я говорил и буду повторять, что у нас могут завтра появиться в стране деньги, но мы не найдем людей, которые эти деньги могли бы воплотить в реальные изделия. Вот это нас, мы должны этого бояться. Я единственное боюсь вот этого, что если мы уже потеряли, то мы сейчас принимаем все меры здесь для того, чтобы таких людей найти и их учить, и эту молодежь надо привлекать, потому что категория сегодня осталась вот такая прослойка между теми людьми, которые уже, так сказать, за 45 и 50, она еще как-то держится производство. А вот до этого, значит, от 20 до 40, это те люди, которые колеблются, то ли им в бизнесе заниматься, то ли в производстве.
И сферы подготовки данной категории становятся все меньше. Это училища, которые не готовят, это техникумы, которые уже не готовят. И вот этот приток и специализация непосредственно для производства все меньше и меньше. Ну и, конечно, им сложно приходить на предприятия, где стоят. Надо приходить на те предприятия, где работают. Поэтому чем больше будет предприятий работающих, тем будет больше привлечения. Потому что это наша проблема. Это наша проблема и большая проблема, потому что те, кто не приходит, и там, где они не могут продавать, потому что у них нет стартового капитала, они, естественно, ищут путь, где им бы нажиться, где-то у кого-то отобрать или уворовать, а это самое страшное. Им нужно все-таки давать возможность приходить на рабочие места и вкладывать вот этот труд, ум и желание, которые бы они хотели. Сегодня не имеем возможности и права себе дать, чтобы документация, как было это в классическое время, как говорят, партийные, ну, мы не партийные, а говорим, те времена, когда у нас была возможность там заделать. Сегодня есть изделие, мало того, я вам хочу сказать, вот есть изделие, а через месяц оно должно выйти, значит, и выйти качественно с таким. Поэтому идет процесс, конструктор делает эскизную документацию, рабочий уже делает образец, значит, вместе с эскизной документацией выходит образец, и после этого корректируется документация, и потом уже готовятся чертежи. Значит, вот этот промежуток готовности этого так и есть. Поэтому почему концерн «Лан» так быстро вошел? Потому что мы по этому принципу пошли. Если мы пошли по какому-то классическому варианту, документацию, опробование, экспертизу и все, то бы этот концерн... Все затягнулось бы на руки. Этот «Лан» бы уже еще был бы в каком-то 2012 году. Поэтому нам мало кто верит. Говорит, как это можно взять сырую документацию и через 9 месяцев, значит, родить этого... этот комбайн. Поэтому, молодец, но такова жизнь. Поэтому мы так работаем. Это так мы делаем часто уже по изделиям. Поэтому конструктора мы приучили, они работают прямо, так сказать, вот возле рабочего места, готовят, консультируются и все. Это дает нам практически в 2 раза быстрее осваивать то или иное. Сегодня такова жизнь, сегодня мы не выживем. Если не мы, то кроме нас кто-то. Стабільність роботи підприємства – це цілий комплекс складових, серед яких немає другорядних. І як важливо, щоб директор підприємства, чи як його сьогодні називають, голова правління, вмів бачити перспективу розвитку трудового колективу, вмів окреслити перед людьми мету, поставити завдання. Микола Миколаївич Лавренко починав свою трудову діяльність робітником Олександрійського електромеханічного заводу. Потім, після навчання, працював інженером, диспетчером, начальником виробництва. Тобто пройшов добру школу керівника виробництва. Ось вже 15-й рік він очолює таке складне, потужне підприємство. Трудовий колектив «Поліграф Техніки» по суті став для нього рідним, тому що разом з ним зростав, мужнів, вчився підприємливості. І ось тепер разом з ним в умовах економічної кризи бореться за виживання, за стабільність ритму виробництва. Ми тоді починали на старій площадці, сьогодні ви знаходитесь на новій, у нас 2 площадки, значить, ми створювали всім колективом, тим, які сьогодні є, його людьми, его, так сказать, моими помощниками, создавали базу. Мы делали, ну, так сказать, мы можем так с уверенностью, я должен сказать, это свой завод. Завод, который сделали по крупицам. И поверьте, вот это, что вы находите здесь, мы не делали с государственной собственностью. Тогда я мог убедить министерство, мы сделали за счет тех отчислений, за счет тех заработанных денег, которые работал коллектив, мы их направили, которые, правда, тоже шли в отчисления союзного тогда бюджета, мы их направили для этого. Но мы делали своими силами. Вот этот завод, где мы сейчас, это завод, который построен своими силами. Не за счет строителей каких-то, это дело хозспособом, так называемым. Мы попали тогда в период. И обидно, конечно, единственное в одном, что мы попали в период уже переломного, переходного этапа. И когда мы построили новые площадя, мы попали под новую индексацию. И получилось, что коллектив, который заработал своим трудом, значит, его строение и его доля оказалась мизерная по сравнению с тем, что они заслужили.
Так судьбою распорядилось, что нам, так сказать, не повезло, но мы нашли путь для того, чтобы этот коллектив сегодня мог уверенно работать. Он не мог, сегодня может спокойно трудиться и, по крайней мере, не думать о том, что кто-то придет, какой-то дядя, значит, и поломает ему всю судьбу, значит, и скажет, что завтра будем что-то делать или как-то будет диктовать его условиям. Мы сегодня нашли пути для того, что коллектив даже при этой минимальной собственности, но он уверен в том, что его труд будет, по крайней мере, обеспечен. И наша задача, чтобы сегодня мы работали больше, и я имею в виду, с учетом выпуска продукции, мы должны и морально, и материально получать больше того, что они получали вчера. Сегодня уже такие перспективы есть, но вот сейчас с каждым днем, с каждым месяцем, с каждым годом мы уменьшаем задолженность, которая есть по зарплате. Мы два года назад при тяжелом, так сказать, сложном ситуации, мы не думали и не мыслили о том, что мы некоторые незаконченные жилые дома будем дальше, так сказать, строить, а думали, что мы их бросим. Я вам сейчас хочу сказать, что мы уже в этом году будем заканчивать те дома, которые мы не закончили два года назад, и они будут, эти квартиры, принадлежать нашим рабочим. И всем, я думаю, что я на конференции это и думаю, что убедим всех акционеров и докажем это, что труд тех людей, которые вкладывают сегодня труд, он должен, так сказать, поощряться. Я думаю, что при всех сложностях мы найдем себя в рынке Украины чуть стабильно. Нам приятно в том, что у нас большой был рынок России, мы на него надеемся. С учетом того, что НДС сейчас возвратилась и ситуация поменялась с 1 февраля, и будет ситуация легче, я думаю, что и там у нас появится больше заказчиков, тем более, что цена снизится. Вот. Вот надо работать. Як одержимі, діон світ навпіл, печать гріха, невігластва могила, змішала сутінь чорне, біле, смерть, любов і ненависть, так правда народила. Секунда вимір, відстань, зарепак, ще крок, і ще, не глядайся назад. Там був не ти, і там була не я. Сум'яття, щем, нічий і нічия, рука в руці, і подихи, єднання, у майбутній день у трьох, ти, я, кохання.